Всем здорова, бродяги, с вами Бодяга. Сегодня у нас Джавид против Каха. Добрый обед. Да, я прекрасно понимаю то, что вначале мы смотрели Моргенштерн, теперь тут, блять, Каха. Я хуй знает вообще, честно, что дальше будет, но остановимся пока что на этом. Я, честно, не ожидал, что здесь Каха будет, но я лайк поставлю, потому что это Джавид, это, блядь, озвучка мультиков, это охуенно. Все суммарно, если посчитать. Короче, подписывайтесь на второй канал, там авторский контент, я делаю свое говно, которое вы можете посмотреть. Я надеюсь, то, что это говно вам не понравится, но вы поставите лайк. Короче, погнали. Вай, всем добрый обед, меня Джавид зовут, и я в гости Каху переехал. Олью, раз, меня слышно? А, ты кого руку поднимаешь? Бля, у меня да! Ой, всем добрый обед, я Джавид, меня шеф-повар зовут. И завтра я полечу в Сочи, чтобы приготовить самый настоящий вкусный сочинский мясо. Хорошо. А пока я вещи собираю, посмотри кое-что, пожалуйста. Чирин-пирин, таран, чампан, тарам. О, нихуя себе, уже рекламу купили. Ну, понятное дело, при таких-то просмотрах, блядь. Не знаю, как тише, а как громче сделать. Надеюсь, меня слышно. Молодой человек, заходите к нам на обед. Найдите нахуй, я сам повар. Я сам повар, иди нахуй. Молодой человек, шашлык не желаете? Найдите нахуй, я сам повар. Сам иди нахуй. Охуенно. Ой, блядь, Джавид держит свою марочку повара. Ой, Каха! Выходи, блядь! Каха, ой, блядь, ты здесь или нет? Ой, блядь, давай выходи, я знаю, что ты дома, ай, брат. Брат. Ай, брат. Ай, здорово. Ты кто? Долбоеб, я переехал в кулинарную передачу снимать. Давай. Иди нахуй отсюда. Ой, ты что, ёбнутый, что ли, блядь? У меня... Ебать, Сочи к нему приехал, а он его нахуй шлёт. Совсем оборзел, блядь, Каха. 4 миллиона просмотров, ай. Чё, известным не хочешь быть, что ли? Если честно... Желание пищено иметь. Давай, открывай. Я думал, он сумку, блядь, туда перебросит, было бы круто. Всем добрый обед, меня Джавид зовут, и я в гости Каху переехал. Когда я стану знаменитым уже? Подожди, да. Давай, что готовить будем? Братан, шашлык любишь? Ну, конечно. Братан, настоящий адлерский шашлык из свинины, братан. Ой, блядь, ты что, ебнулся, что ли, а? Какой свинюшка, блядь, долбай, убери отсюда. Ой, убери, да. Я, блядь, не могу. Джавид, чё только не выдумает у себя в выпусках. Как крысу, блядь, отталкивает. Долбоёб, что ли? Ты чё, блядь, свинину боишься? Да, блядь, нет, просто, блядь, я даже, блядь, спокойной ночи малыши не смотрю, блядь, потому что там хрюшка есть, ёбаная, блядь. Хуй его знает. Мы хаваем, блядь, и жалуемся, блядь. Будем барашку готовить, блядь, я с собой взял. Ну, давай. Короче, просто так тоже готовить не надо. Я тебе сейчас фартук поставлю. И вот эту вот чепку, чтобы, бля, ни один волосик сюда, бля, не упал, чтобы нормально хавали. Давай. Не, было бы круче, если бы он полностью лысым и побритым был. И он бы сказал это, было бы вообще четко. Бай, давай меня мозга не бить, что, блядь, это свой. Вот так. Очки, очки, блядь. Да хуй с этими очками. Так, теперь... Это, мы должны, блядь, из этой барашки что-нибудь приготовить. Что будем делать? Давай свинину, братан. Ой, блядь, давай не еби мне мозг, давай ведь это делать. Короче, мы эту барашку берем ножка. Чуть-чуть там, это, соль, перчик, переправа. И это самое, поставим вот это барбекю и за это, за печь. Ну, за, как он, за печь? Да, да. Вот это вот, всю хуй. Ебать, барбекю. Свинину вот это вот срезаем. Ты же не будешь хуйню есть? Нет. Я тоже не буду хуйню есть. Давай! Ты как белоснежка. Не сказал бы Джавиду, он бы и это нахуй съел. Просто вот так возьми, давай! Я же, блядь, Джавида выучил. Блядь, микрофон ёбный тоже, это падает, блядь. Дай сюда, нахуй ты его на майку делаешь, блядь. Вот сюда ебани на волосы, что, блядь. Олью, раз, меня слышно? Удобно же. О, нормально. Охуеть! Ебать, чё, блядь. Тоже на волосы всегда делаю. Не, нормально, да. Не, вообще, ну прикол же, ну чё, ну смешно. Блядь, чалпак, ты же заебал меня, блядь. Чалпак, блядь. Ну ты не заебал, ну ты не! Вот это ты не, блядь. Давай, давай. Пальцы убери нахуй. Давай, блядь, я вот так могу, давай.
Все. Теперь берем, братцы, вот здесь лимфоузел у него есть, надо лимфоузел, вот тут вот Вася вырезать. Вот здесь есть, биология пошла. Потом вонять будет, бля, я просто не люблю, когда что-то воняет. Вырезай. Вот. Чтобы не воняло, я выкидываем. Только чокопак. Так, вот эту барашку ножку берем. Солим. Вот так, сол чуть-чуть. Сол. Да. Ой, брат, ты что вообще сейчас? Где работаешь, что делаешь, бабки зарабатываешь? Братан, я казино играю, понял? Бля, серьезно, и что, как, нормально? Конечно, нихуя себе, уже квартиру мамину проебал. Я хуею. Нет, давайте будем честны, на данный момент этот выпуск смешнее, чем предыдущий. Блять, да, Моргенштерн угарный был, смешной, но он, там видно было, что он прикалывался, и видно было, на чем был построен вообще выпуск. А здесь прям подкол на подкол, ну, блять, ну охуенно. Бля, молодец. Да, еще у дядки квартира есть, братан. Бля, молодец. А вообще свободное время что делаешь, как что? Ну, свободное время, ну, семечки хаваю, где-то часа 3-4 в день, понял? Пепси пью, сижу на корточках. Бля, вот это прикол, вот это прикол. Мне просто лень вставлять ту ставку, где чувак говорит, вот это прикол. Вы же знаете, я, блядь, вот. Ну, круто. А машины, когда проезжают, понял, обсуждаю, какие диски у машин, ну, там, крутые, не крутые. Когда тёлки, понял, проходят, говорю, вот бы я её выебал. Бля, молодец. Вот так весь день, братан, занят. Бля, ты не устаёшь так? Ты вообще, конечно, молодец, ты, бля, хуйню не страдаешь. Да. Я, бля, пиздец, все по-правильному, братан. Я считаю, бля, человек, если что-то достойно, он правильно должен быть этому достоин. Вот. Человек, если что-то достоин, он правильно должен быть этому достоин. Пиздец, цитата. Так молодец. Только чокопак. Джавид, а ты че хуйней занимаешься? Почему не таксуешь? Ой, как не таксую? Ёбнулся, что ли, бля? Че, это, 500 рублей лишний на пол никто не поставил, бля. Таксуешь, да? Конечно. Молодец, братан. Не то, что там я презираю таксистов или что. Где хочешь становиться, вот так не езди. Нет, так только долбоёб делает. Сейчас берем аджику, братцы, только не вот эту аджику, что у вас мухосранский продается, а настоящую грузинскую аджику. Честно, я бы хотел жить в Сочи. Очень крутой город, вот честно. Очень. Вот мне, по крайней мере, он нравится. Мы с родителями один раз ездили отдыхать, это было давно, на море. И да, это очень... Красивый город, мне очень нравится климат сам по себе, там столько, блядь, отелей, там столько, ну, короче, там очень красиво, очень, там лиственность такая невъебическая, что просто, блядь, глаза разбегутся, вот реально, там очень-очень зелено, короче, там очень много зелени, вот, и климат там идеальный, я лично зиму, я, блядь, ее ненавижу, я не переношу зиму, просто ненавижу, и вот в таком городе я бы жил, там очень круто. И мажем этой аджикой весь барашка, брат. Это ой, пиз... брат. То есть, по крайней мере, вот сейчас у нас где-то минус. Минус 5, наверное, минус 6. А там знаете сколько сейчас? Там сейчас плюс 7, блядь, я смотрел. Здесь что за аджика, брат? Послушай, у меня подписчики спрашивают, как ты вот такой акцент умеешь делать, блядь? Ну, какой акцент? Ну, вот этот акцент ты иногда делаешь, блядь, смешной такой, блядь. Я нахуй не понимаю, что. Ой, блядь, ну вот этот акцент делает, блядь, ну... Такой акцент, ну... А-а-а! Вот это вот! Добрый вечер. Меня зовут Артём. У нас сегодня кухня, мы будем готовить. Ааа, пиздец, забыла меня подуза. Ой, Лёша. Ебать, вот чё за хуйня. Я понял, что он типа запиздел по-нормальному. И типа это... Блять. Я не хочу объяснять, не тупые поняли. Ты как это так делаешь? У меня потом горло болит, когда я вот так долго разговариваю. Ну, давай, сейчас все скажи. Подходят, говорят по-братски, отвечаю, бля, по городу еду, влак, все подбегают по-братски, вот это скажи, как Артём, вот это все заебывают. Давай, я давай. Говорю, добрый вечер, меня зовут Артём. Ей богу, Чамеди клуб нужно, бля, пойти. В Чамеди клуб, блядь. Да, какой акцент смешной, да, они говорят, блядь, Камеди, Пабели, Маби, сейчас не помню. Ой, Чамеди клуб, его возьмите, это акцент такой делает, блядь, вообще. А это я не помню, как называется, Пабели, Маби, что там, ролики снимают, я там не помню, блядь. Ну, короче, я нахуй надо, я что, ребенок, блядь. Давайте, блядь, делайте уже мясо, чё, пиздят, пиздят. Что ли, клоун, что ли, там выступает, блядь. Только чокопак. А вот это кого вот этот пародий делаешь, пародирует, Артём, да, его зовут? Да, да. Он что вообще делает, чё, вот как он? Книжки читает.
понял? Потом там звезды смотрит телескоп, понял? На дизельных машинах медленных ездит, не материться, вежливо. Все, давай, блядь, ебал я это Артем, давай каху, блядь. Так, вот у нас тут зелень, мелень, все, пас, Давид, сюда. А ты вообще чем занимаешься? Ой, брат, у меня сейчас на рынке я себе пару точку поставил, там работу делаю. И сейчас этот, кулинарный шоу передумал. Зову туда всякие долбоебы, снимаю их, блядь, и бабки зарабатываю на них. Красавчик. Братан, на то они и долбоебы, чтоб с них бабки зарабатывать. Да. В точку, блядь. Да, брат, вот камеру скажи. Красавчик, братан, на то они и долбоебы, чтоб с них бабки зарабатывать. Я лично долбоебов не приемлю. Блядь, как дает. Да, мне неприятно с ними общаться, я считаю, что они тупые. Да, брат, согласен, ай. Вот эта барашка, уже помазали аджик, уже делали соль туда. Аджика, я понял. Сейчас будем барбекю поставить, потом делаем салат. Братан, а я когда стану знаменитым? Ой, брат, ой, подожди, давай иди сюда, да? Давай. Все, потом сейчас поснимаем, посмотришь. Только чакапак. Все, мясо поставили на гриль. Да. Сейчас будем готовиться уже. Сейчас мимо снизу обжарится, потом будем переворачивать. Блядь, у нас это... Чуть-чуть это мясо пиздюлей давали, блядь. Сейчас надо угол нормально поправку поставить, все. А то это сильно, блядь, пиздец. Надо переворачивать. Мясо на углях, нормально. Переворачивать, чтобы жарко не было. Иногда тоже, блядь, надо переворачивать. Все, сверху эту гриль фуражку поставили, специально. Да. Блять, после Айкса так воняет, я не могу, это пиздец. На вейп буду обратно, наверное, переходить. Ой, забыл, кстати, говорить. У Каха свой канал появился на ютубе, автомобильный. Он там рассказывает, какой машин нормальный, какой хуёвый, туда-сюда. Я ссылку поставлю в описании. Так, давайте я перемотаю, это неинтересно. Всё. Барашка насрал, смотри как. Ой, пока мясо у нас это, уже поставили, гирилл будет готовиться, сколько оно? У нас, короче, оно должно там 3-4 часа постоять, и у нас так. Есть время, чтобы отдохнуть, братан. Да, ой, брат, отдыхать как будем? У меня пистолет есть. Да, блядь, семечки же говорил, как ты отдыхаешь, семечки? А давай сейчас соседку ебнем. Ой, ёбаный, брат, патрон кончился. Пиздец. У меня еще ружье есть, братан. Давай. Ой, да вот сюда надо поставить, ай. Они, вот они туда. Сюда. Охуеть, а ладно. Настоящие. Хуй с ней, давай. Да ладно. Да вы гоните. Охереть. Ой, вообще кайф, кайф. Ой, ёбаный патрон, блядь, опять кончился. Братан, у меня еще автомат есть. Пойдем. Не, ну знаете, вот чё-чё, а до этого, блядь, додуматься до игрового автомата? Нет, ну, я лайк поставил, ну, блядь, круто. Ой, блядь, как, вот это ружьё хуйня, пистолет тоже хуйня, автомат нормальный. Только чакапак. Вот, смотрите, базилик купили. Местный. Да, петрюш, укропчик. Местный. Вот чеснок тоже краснодарский. Лучок зелёный. Местный. Вот это перчик, это болгаринский. Бля, вот это осторожно надо, ей-богу. Потом, бля, жжём так горит, бля, пожар будет в жопе, если... Да, это тоже месс. Да. Вот. Не, я полностью с ним согласен. Я помню, когда я острую пиццу ел, мне потом срать было очень больно. Лаваш нормальный. Месс. Вот такой тоненький лаваш. Это месс. Чё он говорит? Мессина или чё? Братан, снюс будешь? Это чё такое? Это кайф, братан. Вот так вот берёшь, под губу засовываешь. Какую губу? Вот сюда, под верхнюю губу засовывай. Вот так? Да. Сука. Блядь, чё только не добавят. И кайфуй. Ай, бля, ай! Ай! Блядь, ты чё, долбоёб, что ли, а? О, блядь, у нас все это делают. Ну, блядь, ты ёбнут, ты чё, блядь, поставил? Да у нас все это делают, блядь. Ой, блядь, ёбаный в рот, блядь, я тебя гондон сейчас как ёбаный, блядь. Ой, блядь, гондон. И на кого замахнулся, блядь? Блядь, больше не поставь мне эту хуйню сюда, блядь. Гондон, блядь. На меня замахнулся, да? На, свинина, блядь. Свинина. Ой, блядь. На. Ой, стоп. Ой, соседка.
На. Бля, уйди, я тебе... Бля, сейчас собака, бля. Уйди, блядь, отсюда. Эй, бля, убери это! Убери ты вас, блядь, идёт! Бля, долбоёб! Бля, иди нахуй. Не, ну... Ах ты, спай! Ну, блядь, это уже клоунада какая-то, ну вы чё? Не, ну это... Блять, это смешно, я понимаю, но это уже чуть-чуть не в то пошло русло. Ладно, убери эту поросёнка! Ай, блядь, шевелюшку убери, я тебе говорю! Да иди нахуй, ты ёбнутый, что ли? Бля, ладно, ладно, нормально, нормально, смешно. На, блядь, кого шампуром? Блядь, ну, да, блядь, сейчас камень найду тебе, ёбнутый! На, кого? Да Джавид, ёбни ты уже его, наконец, а! Шевелюшка, блядь, ёбнутый! Устал? Скажи, что шампуром больше не будешь замахиваться. Ай, бля, пошел ты нахуй, ёбнутый, блядь. Я не буду замахиваться, только вот это убери отсюда, блядь. Вон, соседка отдай, блядь. Пасё, давай. Мирись, 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 больше не делись. И с этой свинюшкой отъебись. А ты шампурами отъебешься от меня. Ладно, окей. Только чака-пак. Ай, как, покажи вообще, ты как живешь здесь? Пойдем, братан, пойдем. Пойдём, оператор. Кольцевое освещение я заметил. Покажу, как я живу. Ай. Ну смотри, ну квартира нормальная. Это отдыхающий, братан. У меня в гостинице живут отдыхающие. Гостиница называется Sky, там, братан. И сам скажу. Ух, нихуя себе, у него оказывается гостиница, это его? Это с Воронежа? Саратова. Пойдем. Там аккуратно, ночью, блядь, не въебывайтесь на мираж, блядь. Заебали, блядь. Она приехали сюда. Извините, пожалуйста. Он ёбнутый, пожалуйста, немножко. Братан. Это моя кухня, сними опять, сними сейчас, это все мое. Блядь, у тебя это как столовый, да? Да, брат. Да это и есть, блядь, столовая, Джавид. Да, мне похуй. Смотри сюда. Это как столовая. Да, смотри, сколько минералов я имею. Смотри. Раз, два, три, пять, семь. У меня минимум всегда вот так вот. Два-три ящика валяется дома. Бля, вообще нормально. Это, пойдем покажу, брата. Это второй мой мангал. Пойдем, братан. Это Рекс. Рекс? Рекс. Ой, Рекс! Здрасте! Ай, смотри. Вон, пластик, видишь, панорамные окна. Эй, бал в рот, бля, миллион туда, миллион сюда, мне не жалко. Бля, молодец, ебаба. Бля, а чё на туда, чё на здесь стоит? Чё не ездишь? Я, братан, там надо жиклёр поменять, лонжероны там. Втулки ещё нужно купить, братан. Там ещё потом коробку чуть-чуть нужно подшаманить. А задние амортизаторы, передние пружины, стойку, радиатор нужно поменять, помпу, ой, бля, ладно, поршень. Это, бля, ладно, это хуйня все там. Да так. Нормально, нет, охуенная машина, нормально, брат. Нормально, я говорю, что это? Помпу, вот это менять, помпу. Все, менять вот это полчаса, все ты говоришь, это ерунда, ей богу. А, заходи, ебаный, заходи. Хуля стоишь, заходи. Ой, бля, что за долбоёб у тебя здесь? А, это мои родственники, бля. Я охуею. Ладно. Они всегда бухают, брат. Я, бля, честно говоря, половина родственника. Даже не знаю, они просто приезжают, бля, бухают, бля, жрут, срут, бля, уезжают. Как все родственники, хуна, бля, сейчас стоят, их выгоню из дома. Бля, нет, нормально. Только чака-пак. Я хуя как Джаид подпездывает тебя. Пойдем, тихо, блять, нормально. Ой, вообще круто. Так, теперь чуть-чуть время прошло. Надо это, мясо проверить. Ой, блядь. Посмотри, пожалуйста. А мясо, оно вот корочкой покрылось чуть-чуть сверху. И за косты будет у него нормальный аромат. С этой стороны посмотри. Посмотри, какое мясо. Что, нормально там? Да, бомба, братан, посмотри, сок, приди ближе с ними, оператор, иди сюда, смотри. Бомба, Вася. О, мясо нормальное будет, ей-богу. Ну хорошо пожарилось, хорошо. Так, пока у нас барашка чуть-чуть готовится, мы сейчас это выпиваем, да? Я, братан, больше не буду, я больше 50 грамм, братан, не пью. А почему? Как только не выпью, моей жены кровь с носа течет. Мать сразу прибил. Бегает, руки мне зачем-то держит, какие-то мусора соседи, бля. Почему-то драться со мной все хотят, блядь, ну его нахуй, чудаду не буду. Блядь, клянусь, у меня один-один ситуация, блядь. И вообще волшебно как-то получается, блядь, кровь из носа у жены, вообще, блядь, хуй пойми как. Все, нахуй так, блядь, водка, блядь, давай лучше цай попьем, ай, блядь. Давай, цай, блядь, почему ты цай говоришь, говори чай, ёпта.
Чай, блядь! Цой! Чай! Чай! Он говорит чай, блядь. Чай, це вместе. А все, мозга не видно. Не, подожди, скажи. Чебурашка. Чебурашка. Нет, скажи. Ч. Ч. Чебурашка. Нет, ч. А все, давай меня мозга не видно. Поезд как едет? Ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч. Поезд вот так цхап-цхап-цхап. Ч-ч-ч-ч-ч. А что едет он, блядь? Он чик-чик-чик едет, говорю тебе. Чик-чик-чик. У него вообще, блядь. Слушай, вообще почисти, бля, послушай, бля, царь. Чай, говорю тебе, не чай, не... Че доебывается, да я не пойму. Чай, блядь, а чай? А все, давай меня мозга не бей. Так, мясо еще чуть-чуть осталось готовить, а я бы это пока чеснок порежу. Чеснок, не чеснок, а чеснок. Да, чеснок. Че? Че? Каха, давай не выебывайся, а то сейчас как, блядь, вот это вот параши тебе накроют на голову, блядь. Че, че, я тебе говорю, че. Че, блядь, не че, а че, блядь. Две буквы разные, че, че, блядь. Иди сюда, смотри. Петрушка, ёбна, блядь. Иди сюда, дай ручку листам, блядь, мне. Две, блядь. Смотри сюда, сука, блядь. Иди читай, иди сюда. Иди сюда тоже, оператор, иди сюда, блядь. Смотри, смотри. Блядская ручка. Иди сюда. Смотри, ну, блядь. Давай. Что за буква? Че. Да вообще мне показалось, что он У, блядь, написал. С, правильно. А это? С. Ч, Ч. Ч, блядь! Я тебе говорю Ч, чай! Вот это скажи. Ч. А это? Ч. Они же разные, блядь! Вот блядь. Они разные, что ты одно и то же говоришь? Блядь, ты че, ебнутый что ли, блядь, а? Ты руки поднимаешь, блядь, где свинина? Ой, блядь. Где свинина, а? Где свинина, блядь? Где свинина, а? Все, хуй тебе, а не свинин, блядь. Где свинина? Все. Ты куда ее спрятал? Вот соседка отдал. Галя! Только чака-пак. И режем чеснок. Тоненько, тоненько. Вот подожди, надо пакет убрать. Пакет! Ке! Пакет. Пакет! Ну пакет, я говорю пакет, ну. Иди сюда, блядь. Ты тупо. Все, пиздец, поперла азбука. Ой, блядь. Смотри. Смотри сюда! Давай! Что за буква? Ц! Какая Ц? Ч! Ц! Ч! Цой! Скажи пакет! Пакет! Вот! Ч! Ч, блядь! Ты видишь? Смотри! Сейчас Джавид сломается нахуй! Это что за буква? Ща в натуре, блядь, сломается, отвечаю! Ч! Это К! Смотри! Вот! Что за буква? Ч! Пахче! А вот это? Че! Это че! Я хуею! Ебать! Как? Это к! Вообще, и ведь расставляет все по своим приоритетам, типа не проебывается ни в какой букве. Вот серьезно. Бля, ебаный врет, ты че меня долбоем считаешь? Смотри, пахче, чалпак, вот смотри, перец, 3 килограмм. Цай! 3 килограмм. Человек, цебрик, это, чистый, вот, блядь. Это неправильно ты все говоришь. Ой, блядь, все, ладно, я мозгами, блядь. До тебя кто русский язык учил, да слушай, блядь, да кто его русский язык учил? Так он, блядь, не русский, ебаный в рот, каха. Чеснок тонко режь, блядь. Да, я сам порежу, да у тебя руки жопы растут. Бля, вообще ебнутый, блядь. Ну все, не обижайся, иди сюда. Чока-чока-пак. Братцы, мы тут с Давидом подумали, что на самом деле нет разницы, кто какой национальности. Как ты говоришь, чеснок или чеснок? О. Ну как бы да, я это изначально говорил, наверное, не? Не, я это не говорил, но я так и считаю. Чока-чока-пак. Так, все, наше блюдо уже готово, сейчас будем его украшать. Ну, украшать он имеет в виду там не золото, там не бриллианты, а он имеет в виду из еды украшать будем. А то ведь тупые могли подумать, что... из золота. Ой, бля. Но есть азербайджанский помидор. Самый вкусный. Сейчас это будем... Не, братан, давай вот этими помидорами украшать. А ты что, долбай, какой это помидор? Это, бля, хурма или... Это чё? Помидоры местные, адлерские, самые лучшие. Какой самый лучший? Я говорю вот это, а это... Адлерские самые вкусные помидоры! Ой, кстати, я ни разу не видел оранжевые помидоры, отвечаю. Я тебе говорю, бачинский самый вкусный помидор. Ты чё? Адлерский, блядь! Ой, ты кого руку поднимаешь? На кого руку поднимаешь? На кого руку поднимаешь, я тебе говорю? Адлерские помидоры самые вкусные, блядь!
Блять, ну так всегда на рынках происходит, наверное, да? Кто когда что-то не поделил. Кондомы, сука, блядь! Пидорас, блядь! Пидорас, блядь, сказал, моё, блядь! Ой, ладно, врет, ебать, этот помидор, мы сюда огурец поставили. Да. Только чака пак. Сука, по концовочке поставили и помидор, и тот помидор. А хватит снимать, а я жрать хочу. Давай, иди. Братцы, у нас все готово уже. Вася, только похавать осталось. Ну давай. Мне вот интересно, как вкусно вообще? Ой, блин. Ой, как пахнет, ой. Капитально вкусно. Конечно. Другой быть не может даже. Посмотри, братан. Иди близко сними. Смотри. Ух, пушка, братан, это пушка. Пушка, пушка. Канида, братан. Пушка. О. Смотри. Ой. Что-то есть захотелось, да? Смотри, братан. Ой, бля. Бомба, братан. Да, очень вкусный получился, ей-богу. Ну так, понятное дело, потому что джавид с кахой готовили. Как еще? Как бомба. Иначе? Або кто готовил? Я, кто? Я готовил. А это я готовил? Да я говорю, это готовил. Блять, его... А, все, слава богу, ножи убрали, можно не переживать за них. А ладно, давай мы готовим. Да, давай мы готовим. Ой, все, передача заканчивается. Все, каха, давай пиздуй отсюда. Че, долбоёб, это моя хата. О, ладно, тогда я съебусь сейчас. Все, с вами был Добрый Обед, Джавид, Каха. Подпишись на канал, ставьте лайки, колокольчики обязательно, это ёбаные. И пиши комментарий, кого следующий гость хочешь переглашать. Все, спасибо. Да нахуй ты вот это унижаешься, просишь вот этого. Это подписчики, они нормальные. Да зачем унижаешься, просишь? Сука. Нет, ну слушай, нормально, да? Чуваки, вообще круто, мне зашло. Короче... Мне понравилось, я лайк поставил, вы увидели. С вас подписка на второй YouTube канал. Там авторский контент у меня выходит. Поэтому подписывайтесь. Колокольчик обязательно, потому что там редко видосы будут выходить. Раз в неделю или два раза в неделю. И прошу вас, подписывайтесь на инсту. Всем до новых видосов, бродяги. Да.